Всем привет! Это город Кемерово. Сегодня 30 сентября 2023 года. И вы знаете, друзья, мне пришла в голову такая идея сделать несколько коротких видео, где я отвечу на часто задаваемые вопросы. Я, конечно, буду очень рад, если мои ответы, мои рекомендации помогут вам при выращивании плодовых деревьев. Итак, вопрос номер один. Какой способ посадки плодовых деревьев я использую? Ответ. При посадке плодовых деревьев, вот уже где-то, наверное, лет 8-10, я использую способ посадки махом. Вот я специально выбрал дерево на газоне, чтобы холм было отчетливо видно. Способ очень простой. Берется 2-3 тачки земли. Желательно землю взять из леса или с поля, но если нет такой возможности, то можно использовать и садовую землю. Земля высыпается, формируется холм в основании где-то порядка 1-1,5 метров и высотой 30-40 сантиметров. Наверху делается лунка, в которую высаживается саженец. Но сразу скажу положительные моменты этого способа. Весной с холма быстрее сходит талая вода. Холм быстрее освобождается от снега. И даже если летом пройдет сильный дождь, ливень, буквально 10-15 минут, и нижняя часть ствола в районе корневой шейки у нас абсолютно сухая. А корневая шейка, по моему глубокому убеждению, это 90% здоровья любого дерева. Вот смотрите, можем посмотреть. Вот видите, это посадки где-то, наверное, 3 года, да, 4-й год. Это абрикос. И вот посмотрите, в каком состоянии находится корневая шейка. То есть нет никаких трещин. Нет никакого гниения. То есть корневая шейка абсолютно сухая. Нижняя часть ствола абсолютно здоровая, и это очень хорошо. Еще один такой момент. В нашей климатической зоне плодородный слой располагается на глубине 30-40 сантиметров, и когда мы делаем холм, то саженец мы располагаем выше плодородного слоя. Впоследствии, после того как холм осаживается, у нас вся корневая система начинает развиваться именно в плодородном слое. Теперь рассмотрим способ, который 90% садовых блогеров, да и как бы агрономов рекомендуют. Все садоводы прекрасно знают, что если растение, ну скажем там дерево, да, посадить в контейнер либо в горшок, оно прекрасно развивается, нормально себя чувствует до того момента, пока корневая система не заполнит контейнер. Как только корни упрутся в стенки горшка либо контейнера, с растением происходит изменение. Растение начинает увядать, приросты уменьшаются, начинаются болезни, появляются вредители. Что представляет собой яма, которую так широко рекламируют? Даже если мы сделаем самую большую яму, там, ну скажем там, 60 на 60 сантиметров, метр на метр. Через 2-3 года после посадки по таким способам многие замечают изменения, которые происходят с деревом. Приросты прекращаются, появляются какие-то болезни, которых раньше не было. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется масса вредителей, тля и прочее. Основная часть садоводов что делает? Садится за компьютер, начинает гуглить, бежит в садоводческие магазины, покупает десятками килограмм различных препаратов, обработки, опрыскивания. А, собственно говоря, результата никакого нет. Что мы получаем в итоге? В итоге мы получаем дерево-инвалид. Это в лучшем случае, а в худшем случае буквально через некоторое время мы просто дерево это теряем.
Если кому интересно, есть такой садовод сибирский, очень известный, Железов Валерий Константинович. У него на канале очень много видеороликов, видеосюжетов и очень много на сайте полезной информации именно о таком способе посадки. Я с ним согласен на 100% и думаю, что вот такой способ посадки, он подходит, ну, где-то, наверное, 70-80% территории всей нашей необъятной страны. Поэтому вот такой ответ у меня на первый вопрос. На этом у меня все. Всем пока.